Приметы на удачу. Что нужно сделать перед выходом из дома? Верить в приметы или нет, каждый решает сам. Но мы советуем вам опробовать несколько примет на удачу. С их помощью вы сможете заручиться поддержкой фортуны на целый день. Предугадать развитие событий после выхода из дома абсолютно невозможно. К счастью, имеются особые приметы на удачу перед выходом из дома, которые помогут вам защититься от непредвиденных и неприятных событий. Многие люди, например, присаживаются на дорожку во избежание различных неудач и уверяют, что это действительно работает. Держа путь на собеседование или важную встречу, лучше не возвращаться домой за забытой вещью. Однако, если вы забыли что-то ценное, вернитесь домой и не забудьте посмотреться в зеркало и улыбнитесь или покажите своему отражению язык. Можно также съесть что-нибудь на кухне. Прежде чем выйти из дома, для привлечения успеха и удачи, погладьте угол стола. Народная мудрость гласит: если вы, выходя из дома, столкнулись в дверях или на улице с пожилой женщиной, лучше вернуться домой и побыть там некоторое время. Встреча с пожилой женщиной чревата проблемами, а добрая энергетика дома поможет нейтрализовать негатив. Среда и четверг – самые благоприятные дни для тех, кто собирается в дальний путь. Чтобы день прошел удачно, а дорога оказалась легкой, перед выходом желательно присесть на дорожку. Это поможет зарядиться позитивной энергетикой дома, которая будет охранять вас и отстерегать от неудач. Если на пороге дома встретиться с молодой девушкой, поздоровайтесь с ней, она вестница удачи. Увидеть из окна или встретить нищего на улице – добрый знак. На вопрос членов семьи «Ты куда?» отвечайте на Кудыкину гору. Такая оговорка поможет вам призвать удачу и отпугнуть беду. В прошлом этой фразой наши предки ставили мощную защиту от неприятностей. Чтобы каждый день приносил счастье и удачу, важно носить при себе талисман или мешочек сушеной полыни. Отправляясь в дальнюю дорогу или на работу, или на важную встречу, переверните табуретки ножками вверх. Это поможет привлечь удачу. Выходя из дома, смотрите под ноги и обязательно постарайтесь не споткнуться, так как спотыкаясь об порог – это недобрый знак. А вот споткнуться по пути правой ногой – к счастью. Постучать два раза об дверной косяк при выходе из дома – привязать к себе удачу. Не роняйте ничего, выходя из квартиры или дома. Эта примета сулит неприятности в пути. Чтобы зарядиться удачей, переступайте через порог правой ногой. Прежде чем покинуть дом, посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе. А еще лучше почитайте аффирмации на удачу. Ждет долгий путь? Положите в карман штанов или в кошелек некоторую монетку, которая долго лежала дома. Она будет работать как талисман, оберегая вас и привлекая к вам удачу. Если вы собираетесь на важную встречу или в путешествие, нельзя перед выходом подметать или убираться, иначе планы могут разрушиться. Начался дождь перед вашим выходом, доброе поверье, в пути ожидается удача. Примерить обувь старшего члена семьи перед тем, как выйти за дверь, к удаче. От того, как начинается утро, зависит целый день. Единицы могут похвастаться отличным настроением с утра, а ведь это так необходимо. Только оптимистичные и счастливые люди притягивают к себе удачу. Пессимистам же везет гораздо реже.
чтобы привязать удачу на целый день и привести его отлично, важно не только верить в приметы, но и читать позитивные установки перед выходом из дома.